Всем привет, друзья! Ну, сегодня наконец-то мы встречаемся после двухнедельного перерыва, который я для себя взяла, переделала кучу дел и, к счастью, успела даже пораскрашивать, хотя и немного. Сегодня мы подведем итоги нашего челленджа за последние две недели, и тема этого челленджа была «Раскрашивать стрекозу». Кстати, вот стрекозы принесли нам сюда лето. У нас вот было холодно-холодно, февраль вообще был такой холодный. А потом вдруг сразу бац, и наступило лето, жара 30 градусов. Нетипичная погода для этого места, для марта. Обычно, ну, в апреле уже такая жара начинается. Так что вот стрекозы на самом деле принесли лето. Надеюсь, и вам они тоже принесли хоть немного тепла, хотя бы душевного. Тема такая распространенная. Времени было много, поэтому и работ получилось много по этому челленджу. 70 иллюстраций со стрекозами у меня. Давайте покажу, что я раскрасила. О, чудо! Я раскрасила целых две иллюстрации. Хотя они довольно простые, но все-таки... Первое, я решила пораскрашивать в этой вот раскраске Wing Beauty. Здесь 5 художников, и вот работы этого художника у меня еще не были раскрашены. Стефани Ло. У меня есть даже отдельная раскраска с иллюстрациями этой художницы. Ну и вот здесь я решила все-таки взяться за эту работу. Ну, не могу сказать, что я прям супер довольна, как получилось. А раскрашивала я только вот этими карандашами. Надеюсь, скоро смогу снять видео о своих новинках арт-материалов и раскрасок новых. И вот получила я эти карандаши Castle Art, 48 цветов пастельных оттенков. Я поглядывала на Holbein, да, у них есть набор 50 пастельных оттенков, ну, правда, они очень дорогие, как-то вот, не знаю, не решалась я такие деньги отдать за карандаши. И тут появились вот эти Castle Art. Посмотрела я несколько обзоров, и все такие хвалили. И я решила, ой, дай тоже я вот эти возьму. Давайте вам покажу быстренько. Вот так они выглядят. Ну, не хуже, чем Holbein по виду, да. Тоже такие вот, смотрите, какие красивые. Вот. И вот эта вот выкраска тоже. Ну и решила я их опробовать и раскрашивала только этими карандашами, поэтому, конечно же, не хватает, возможно, контрастов здесь, не хватает таких более темных цветов. Ну, я решила уже так оставить, потому что вот мне хотелось именно только этими карандашами раскрасить. Ну, не считая вот этих желтых точек, это гелевая ручка, конечно же. Вот. Бумага здесь не самая лучшая, конечно, она очень гладкая. Не все карандаши любят такую гладкую бумагу, но я считаю, они хорошо себя показали. Эти карандашики я довольна, буду пробовать их еще в других раскрасках, на другой бумаге. Ну и уже тогда буду вперемешку, конечно, их использовать с другими какими-то брендами. Вот, очень часто не хватает именно таких пастельных оттенков в каких-то сетах. Иллюстрация, конечно, она такая, ну, непонятная, скажем так. С этой дверью мне непонятно, как это дерево идет вообще, вот, или что. Поэтому, ну, и так вот я раскрасила как-то вот немного сюрреалистично. Дерево у меня... не цвета дерева, да, вот все такое. Ну, в принципе, довольна, но я знаю, что это могла бы картинка и получше выглядеть, если бы я добавила больше темных цветов. Ну, ничего, мне так тоже нравится. Ну, и вторая совсем-совсем простая. Просто уже пару вечерков было посвободнее, и думаю, да, что-нибудь совсем простое раскрашу. И взяла я вот эту вот раскраску. Это одна из моих самых первых раскрасок, The Secret Lagoon. Вот тут такого типа иллюстрации, много мандал,
которые я все думаю буду раскрашивать. Вот. Ну и раскрасила вот такую стрекозу, гигантскую. Вот красная стрекоза. Здесь у меня маркеры на стрекозы, гелевые ручки для вот этих вот всяких мелких узорчиков. Вот покажу, поближе видно теперь, да, такие узорчики. Ну а остальное тело стрекозы — это карандаши какие-то бюджетные. Вот, ну, незамысловатая такая картинка, конечно же, отдыхалочка, но тем не менее вот как-то помогло мне расслабиться, отвлечься от всяких нехороших мыслей. А вот о ваших работах пару слов. Конечно же, стрекоза — это всегда лето, цветы, поэтому и галерея получилась тоже такая красочная, цветочная. Стрекозы все такие разнообразные, какие-то более реалистичные, и какие-то очень такие узорчатые, разноцветные. Вот, наверное, большинство работ — это из раскрасок Ханны Карлсон, из разных ее раскрасок. Вот, потом есть Мария Тролле, «Круг жизни», и чуть-чуть Джоанны Бесфорд тоже. Ну, там были такие иллюстрации с мелкими стрекозами есть. Ну, и остальные такие всякие разные раскраски, интересные, неожиданные, и с феями, и с котами. В общем, как всегда, получилось очень интересно. Надеюсь, вы получите удовольствие. И давайте сейчас посмотрим вместе на это слайд-шоу всех присланных работ. Поехали! Thank you.
такая у нас получилась очень летняя красочная галерея. Всем спасибо, кто присоединился к этому челленджу. Ну, сейчас вернемся к обычной рутине. Еженедельный челлендж, времени будет неделька на раскрашивание. И давайте же выберем тему для этой предстоящей недели. Как всегда, из вот этой чудесной коробочки, в которой все еще очень много интересных разных тем. Ну и давайте узнаем, что же нам предстоит раскрашивать на следующей неделе. Что, друзья, нам выпала тема домики, дома. Сразу же приходит на ум Ханна Карлсон, конечно же, у нее очень много иллюстраций, целых разворотов, по-моему, с какими-то домами. Думаю, у других иллюстраторов тоже, наверное, это Сиана Богема, вот этот Nice Little Town, тоже можно найти какие-то домишки. В общем, наверное, это довольно распространенная тема. И хотелось бы, конечно, разнообразие домишек. Вот, поэтому будем искать. Думаю, найду что-нибудь. Хотя это не самая любимая моя тематика, раскрашивать домики. Ну вот придется. Постараюсь найти что-нибудь более привлекательное для себя. Ну ладно, отправляюсь на поиски. Увидимся позже. Ну что же, как я и предполагала, очень быстро я нашла очень много домиков. Даже не пересматривала все свои раскраски, тоже только какую-то часть. И тем не менее уже нашлось достаточное количество разных домишек на любой вкус от разных авторов. Так что, думаю, эта тема тоже довольно распространенная. Давайте покажу, что нашла, что для себя предварительно выбрала. Джанна Бесфорд, думаю, наверное, во всех ее раскрасках можно найти тот или иной домик. Хотя, конечно, не уверена. Ну, вот в «Мире цветов» я проверила, да, нашла. И знаю, что в ее последней раскраске тоже там какие-то домишки есть. Вот. Остальные не проверяла я раскраски у себя. Ну, вот такой есть домик у нее. Милый, симпатичный. И есть очень красивый, но разворот. Тоже вот здесь у нас такого типа домик. Здесь немного другой, с цветочной крышей. Очень красивый. Но если начинать, то это, конечно же, разворот. Потом нельзя оставлять, даже если раскрасить одну страницу, потом придется продолжить. А то, как у меня, потом эти развороты зависают. Керби Розанес. Посмотрела я вот в этой раскраске его «Мироморфозы». И, конечно же, здесь тоже есть домики, есть и вот такой вот разворот. А вот тут у нас такие домики, да. Есть вот эта картинка, у многих раскрашенная. Не помню, что за зверь, ленивец или кто он. Ну вот, такого плана домишки интересные. Вот это мне нравится, небольшая картинка из «Метаморфоз». Наверное, здесь и какие-то другие можно найти, просто мне вот этот попался на глаза, я ее сразу заложила себе. И здесь домики, и лицо старика как бы прикольное. И небольшая, много времени не займет. Татьяна Богема Столова, да, как я думала, у нее тоже есть. Это Vintage Classic, третья часть. Вот этот мне нравится. Ну, у нее тут есть несколько, думаю. Вот такой тоже черепаха и с домиком. У кого-то видела я не так давно, какая-то новая раскраска вышла. Она как-то так и называется. «Удивительный домик» или что-то в этом роде. И там вот прям... прям вот эта тема. Интересные какие-то домишки.
Ну, не помню ни автора, никого. В общем, здесь много можно найти. В круге жизни тоже здесь, по-моему, две нашла. Вот такая вот. Ой, вот здесь у нас домик. Такой пейзаж. И вторая есть. Во многих раскрасках, даже вот говорю, не по одной иллюстрации можно найти, по нескольку. И здесь вот тоже там сам домики. А вот в этой раскраске корейской художницы. Тут тоже очень много. Я так глянула, прям много можно найти вариантов. Ну вот, как вариант, вот такой вот разворот с огромным количеством домиков. Ну, как я так за неделю не успею такой раскрасить, потому что много деталей. Посмотрите, все эти домишки, а вот эта вся зелень, да. Ну, хотя, не знаю, если акварелью, наверное, побыстрее. Маркерами здесь не покрасишь. Давай. Иллюстрация с двух сторон. Ну, есть вот такая вот. Не разворот, а просто. А, тоже прикольная картинка с домиками. Ну, тут еще есть другие тоже. Так что большой выбор. Ну, какие-то пятна. Анастасия Колдырева, это не вариант из Coloring Heaven, ну, или же ее «Когда драконы мечтают» раскраска. Вот такой есть, мне тоже очень нравится. Немного другой, нетипичный домик. Тут у нас еще и дракон вот выглядывает, и домик как бы в дереве, в стволе дерева. Нравится мне эта картинка тоже. Ну, если не любите домики, впрочем, как и я, да, можно найти что-нибудь такое совсем маленькое. Вот как, например, из этой раскраски «Волшебный мир Средиземья». А, вот такая иллюстрация. И домик здесь, вот он совсем маленький, но он тут есть. Вот, а все остальное как бы совсем другой тематики. Лошади тут. Люди. И есть вот такая. Ну, здесь чуть побольше домики. А вот, ну, тоже вот лодка. Кто-то раскрашивал, помню, по теме лодки, по-моему, эту картинку. Ну, и последний, конечно же, Ханна Карлсон. Я тоже проверила только вот эту ее раскраску. «Волшебная шкатулка». А вот, по-моему, здесь, да, вот здесь я раскрашивала этот разворот с этими домами. И помню, ох, так он мне надоел. И вот вроде как старалась, а результатом особо недовольна. Как-то не нравится мне. Вот, ну вот есть такой у нее дом здесь. И есть еще, ну вот этот как-то более близок моему сердцу. Он небольшой, тут еще какие-то пчелки, ягоды. В общем-то, неплохая иллюстрация. Вот. PDF свои распечатки даже не просматривала. Думаю, ну, тут и так достаточно у меня выбор картинок по этой теме. Так что, ну, вот. Буду что-то выбирать, буду раскрашивать и буду ждать ваши работы. Ожидаю, что тоже получится интересная у нас галерея в конце недели с разнообразными домами. Ну, а на сегодня все. До следующего раза. Пока!